На здании Саратовской ремесленной управы появилась мемориальная доска. Ее открытие приурочили к 190-летию со дня учреждения структуры, которая несколько десятков лет заведовала всеми делами саратовских ремесленников. В том числе здесь получали свидетельство на право деятельности мастера гармонных дел. Для этого им нужно было явиться в ремесленную управу и сдать экзамен экспертам, таким образом доказав свое право в изготовлении музыкального инструмента. Таким образом, здание на улице Первомайской, 74, это один из адресов саратовской гармоники. По инициативе городских краеведов и поддержки администрации Саратова, исторический адрес расположения ремесленной управы увековечили открытием мемориальной доски. Также это приурочили к предстоящему 70-летию победы в Великой Отечественной войне, поскольку ей же посвящен проект «Саратовская гармоника», символ победы 1945 года. В ознаменование 190-летия со дня основания Саратовской ремесленной управы, которая существовала до 1917 года, значит, состоялся данный исторический факт увековечения исторического адреса. И это состоялось при поддержке администрации города Саратова и в рамках реализации нашего социального проекта «Саратовская гармоника. Символ победы», который и посвящен этому юбилею и 70-летию победы Великой Отечественной войны, потому что Саратовская гармоника – это символы победы 45-го года. И вот при поддержке и власти, при поддержке общественности, клуба любителей саратовской гармоники, вот это историческое событие и состоялось.